Приветствую вас. Смотрите, с точки зрения психологии, тот факт, что вы не можете забеременеть, объясняется тем, что вы не расслаблены, полностью не отдаетесь, скажем так, интимной жизни, полностью не отдаетесь своему партнеру. Возможно, испытываете тревогу по поводу чего-либо, вот, и боитесь. То есть, по сути дела, то, что вы не можете забеременеть, говорит о том, что вы беременеть, ну, не то, чтобы прямо не хотите, надо, конечно, вы хотите забеременеть, и, может быть, у вас, как бы, все уже к этому готово. Но вот именно что-то вас, условно говоря, защищает от этого. То есть что-то вас прям, вам вот прямо не дает это сделать. Вот. Значит, физиологические причины, да, я не беру. Ну, просто потому, что обращение к психологу, на мой взгляд, означает, что вы все физиологические причины свои, значит, проверили и исключили. Такие варианты, как, например, бесплодие, такие варианты, как например, там, нарушения органические какие-то, вот. То есть это все я в расчет не беру. Я беру в расчет только психологическую составляющую, вот. И на мой взгляд, первое, что нужно делать, первое, на что стоит обратить внимание ваше, это именно на то, как вы относитесь к сексу, как вы им занимаетесь, что у вас, собственно, с партнером. Вашим, то есть именно с партнером, вот именно с партнером вашим, у вас что, вот, насколько вы, допустим, спокойны, насколько вы уверены в себе, уверены ли вы в себе вообще, вот эти аспекты нужно разобрать. Не менее важной историей является цель, с которой вы хотите забеременеть. Вот. На мой взгляд, неверно поставленная цель стать мамой, к примеру, может бродить явление сверхмотивации, что, в свою очередь, будет служить для вас крайне негативной историей. Вот, крайне негативной ситуации. И, по сути, будет лишь только ограничивать вас, вас в, собственно, становлении
родителям, становлении мамой, как вы и хотите. Вот, поэтому именно мотивацию все-таки лучше снизить. И чем лучше, да, чем лучше, чем сильнее вы ее снизите, тем лучше. Ну, опять же, при условии, если она большая, да, если она слишком большая, если она высокая, мотивация. Вот так примерно можно ответить вам на ваш вопрос, именно с точки зрения психологии. Подумайте, вот просто подумайте, есть ли у вас, вот в вашей жизни, что-то такое, что могло бы ставить под сомнение возможность и перспективу рождения ребенка. Вероятно, если такое есть, вот что-то, если что-то такое есть, то, по-видимому, именно это и играет сейчас самую активную роль. Вот. Защищаю вас. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.